Nah, really kicking shit, you heard? Что за first try? If I'm in the party, please don't ask me where the bitches at. I just want dance with my nigga, I'm not here for that. Fuck it's the club, cause a bitch gon' fuck me. Вот такой вот, муэ. Италии. Это чё? Пин-код, штрих-код, да. Артур! Всем привет! Это новый влог. Я думал, сегодня куплю пиво и буду сидеть дома. Но мне написал Валерик, он сейчас за камерой. То, что поехали кататься, осень мне видос. Я такой, почему бы и нет, и мы поедем пить пиво после того, как покатаемся. Всем приятного просмотра. Приехали, нас дедушка-охранник согнал. Next spot, Валер, какой? Перилка желтая за этим домом. Классика. Вот это да! Агрессор Анатолий. Это его. Не вру. Опять в северах, и вот на такой спот привел нас Валерик. Вроде прикольная перилка, мудилка, педрилка. Да? Yeah, I stole that. Cause I'm on that shit. Yeah, that shit. Yeah. I'm a finesse. Get your bitch, cause I'm a dresser. Get my money, it's on the dresser. Try us, nigga, you get wet up. Я заканчиваю трюки. И мы едем пить. Точнее, снимать им трюки. Пизду. Не нравится мне этот день, все. Короче, Валера хотел сделать трюк с этих ступ, но тут слишком жесткий трафик. Он не успевает. Вот так. Хорошо заснял, обрезал. Ой. Да, я заднее обрезал. А там видно хорошо. Где-то там живет Артур, и мы едем пить. Сначала мы заедем в КБ и купим раскумариться. Мы купили пиво, мы купили шаву, ждем шаву и летим к Артурчику. Давай, поднимай. Не, нахуй, да. Он на хуяку сует, блядь. Проход ногу сделай, есть. Это мы еще не пили. Да, стой, куда? Нет. Зал. Шмаль? Забирай шмотки. Байки на балкон. Вот он, Артурчик 228, посетитель марихуаны. Это пиздец, вы чё у меня дома делаете? А да, опа, спотку-ка хапани. Давай, хапай. Да нормально. Да долбоёб, мы недавно перезарядили, блядь. Давай, хапай. Давай тяжечку. Давай тяжечку. Вкусно. Ну да.
Не, реально нормально. Вкус твой любимый, кстати. Итак, это сейчас мы демонстрируем вам новое лого, всем известно. Смесь, да? Будто я играю. Я пропустил. Блять! Ну пусть в расфокусе это. Это чё за сыр? Ебанутые. Манго или черничка? Начну с чернички, потому что манго я люблю больше. Да надоел. Вау! Да ну нахуй уже на руке, сучка. Может насрать Валерию на кровать, блядь? А вот иди на это да, виски будет потом. Я водос только обещал, выйди сюда. Какой водос, его там, блядь, с одной капли. Вы напал, выйди, Валерий. Ой, да какой нахуй, Валерий. Не, вот это вот пиво топчик, оно очень вкусное. Что это такое? Это большой Валера твой лицо. Кто из нас девочка, блядь? Чувствую. Shit, what the fuck, motherfucker? That's what I thought you said. Now let me offer this as a rebuttal. Oh shit. They say little number where you been at, I'm just passing the breeze. I've been running up a tree, that's why these bitches on me. I've been crazy man low, but I'm not taking this seat, but just там подписчики. Что за? Самокатер вон сидит, смотри. Вижу. Да, я тоже. Ты ебаный? Чё, катаешь? Баньку умеешь? Давай, давай, ба! Ты в видеоблоге Wicked Grip. Что ты можешь сказать подписчикам? Не знаю. Братишки, вы все попали в видеоблог Wicked Grip. Что вы можете передать нашим так, подписчикам? Ребята, давайте подписывайтесь на группу Wicked Grip. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, да, вот. И подписываемся на группу ВКонтакте обязательно. И там пишите все комменты обязательно. Вот это вот да. Вот делаются подписчики, ё-моё. Вот следи, короче, можешь смотреть наши влоги, смотреть наши видосы. Также товары есть, все интересно. Если что, пиши мне. Сынок, добро пожаловать! Вот он, Wicked Grip! Привет. Ага, ты. Вот потом посмотрим на себя. Ассаламу алейкум. Первое. О, да, это мы. Красава. Все, 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 можешь? На! Как тебе? Да, я тоже. Мы просто вот. Я уже такой пожилой человек. Мы просто молодые ребята, вот мы спортом занимаемся, выкладываем это в интернет. Классно. Классно. Да, хорошо. Блин, ну если хотите найти, вот Wicked ВКонтакте, ищите нас. Ну, может быть и. Идем вот. Дайте я вот такой. Oh shit! Me and my niggas pulling up, sitting low, I told you, you know? Пиджак забирай! Где? Хорош! Спорим вообще, спорим. О, так он же нормальный! Oh shit! Ну так, мы сегодня почти... Короче, прямое включение, никто этого не видел, но Валера делал мэнул, отпустил байк, и он прям в машину улетел. Пятерочка, надо пустить. Как бы, чтобы вы понимали, мы живем в центре, и в центре нет таких домов, блядь. Что? Мы доедем сегодня до дома, вернемся домой пьяными, вернемся домой убитыми, нет? Возможно. Гепопус! Дальше, полетели. Дорожные транспортные средства. Велосипед. Опача. Опача. Чин. Дзинь. О, было, было. Победный спуск. Мы нашли дорогу домой.
спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого дня. Я все прочитаю, на все отвечу. Всем пока!